последнее время поклонники Ольги Бузовой подозревают, что в ее отношении с Давидом Манукяном не все так гладко. Не так давно из инстаграма певицы пропали все совместные фотографии, а ведь ранние влюбленные фиксировали свой каждый шаг. Сейчас у нас с Давой очень напряженный график, и когда мы вместе, то хотим побыть наедине и откладываем телефоны в сторону. Говорят, что все между нами надумано и неискренне. Когда ты пытаешься что-то сберечь от посторонних глаз, начинает писать какие-то странные статьи о ссорах, расставании, сообщила Ольга. Сам же рэпер и вовсе заявил, что мечтает о детях. Правда, Ольга много работает, поэтому ему приходится ждать. Но несколько дней назад стало известно о закрытии «Дома-2», так что свободного времени у Бузовой скоро станет больше. Кстати, на новогодние праздники Ольга и Давид собираются отправиться на Мальдивы. Это будет первый совместный отпуск артистов за долгое время. Спасибо, что досмотрел видео до конца. И если оно показалось тебе интересным, то не забудь подписаться на канал и поставить лайк. А еще обязательно переходи вот по этой ссылке. Там еще много чего интересного для тебя. Друг, не забудь подписаться на канал. Я старался для вас.